Австралии посередине пустыни. 1600 километров до Алис Спрингс. И где-то, наверное, 1000 до Перта. Путь вперед. Вчера ночевал у местных золотоискателей. До этого меня соблазнял индус ночью, 10 часов ночи возле пляжа, возле берега. Да. Жил 2 дня вот у майнеров. До этого жил в палатке. Дождь, слякоть, холодно. Ну ничего, нормально. Попал на ночь в пустыне. Сегодня, может, у самого переночую. Может, кто-то берет. Посмотрим, буду продолжать путь до того, как это подберет. Или поеду обратно в Перту.